что потихонечку заканчивается моя уборка. Пойду завтракать. Сейчас у нас час дня, даже немножко больше. Вот, ну и я здесь еще сделаю физкультуру, гимнастику. У меня немножко такая со спиной проблемы, поэтому обязательно делаю перед завтраком гимнастику. Вот, и покажу вам быстренько такое коротенькое видео. Малыши там, видите, уже на солнышке лежат в ясельках. А здесь у нас гуляют. Давайте посмотрим, кто тут у нас гуляет. Анжела, наши малыши, это красота. Да, да, папаша молодой, молодой папаша, нашему молодому папаше, шаману 1 год, кто спрашивал. Да, и у нас в год родились дети, исполнился год и родились дети. Но это не рано, у нас бывало гораздо раньше, так что навязан он был 10 месяцев. Это Суся. Анжела хочет к детям. Я же вам рассказывала, какая она хорошая мама. Ты очень хорошая мама, но ты туда не пойдешь сейчас. Ты, во-первых, уже была. Вот. И ты там наводишь кипиш, как я называю. Маруська, наша красотулька, такая красавица. Как она оформляется после родов. Она всегда была очень красивая. Мы были с ней на выставке, кто помнит. Она имеет ЦИП, она выиграла. У нас даже с кем там тебя сравнивали, не помню. Вот, так что ЦИП — это кандидат международный чемпион, а также она имеет ЦАЦ кандидаты в чемпионы России по красоте. Такая шикарная, высоко отмечена очень была. И вот что хочу сказать, что после родов, когда уже проходит следующая отечка, девчонки очень формируются. Грудка так, прям спинка, моя красавица, черт, она моя красавица. Да, у нас тоже родилась такая девочка, представляете, лиловый мрамор. Покажу, покажу. Ёжа прибежал, ёжа. Анжела, ёжик вообще ходит за мной по пятам. Наверное, ёжиком тебя уже нужно заканчивать называть. Это наш Джунгли, Джунгли Купидонович и папа его. Да, Джунгли Купидонович, 7 месяцев, красавец, посмотрите на его хвост. Это малыш, который у нас в поисках своей самой лучшей ответственности. Какой шикарный, шикарный. Ну, а я видео это хотела показать вам, как гуляют наши малыши, которых мы перевели. Это у нас, кто у нас? Это у нас Сураж выбежал. Это у нас Красота. Да, да, веселочки. Видите, как, какие прекрасные отношения. Эйлин. Эйлин! Эйлин у нас тоже в поисках папы и мам. Ой-ой-ой, как интересно. Это наша Панагия. Красавица Багира. Привет! Да, и сегодня тоже получили вкусняшки свежие. У нашей собаки уши говяжьи, сушеные. Вот так занимается Купидончик папаша наш золотой. Так, что мы тут нашли? А, ну-ка, не надо, не надо. Не надо какой-то шифера кусок. Откуда он здесь? Да, посмотрите на красавица Аюшку. Аюшка — это голубоподпалый аюдак, медвежонок наш. Так, сильно крупно, делаю мельче. Да, Эйлин, ты куда собрался? Нет, мы к нам, у нас интернет проводят в домик, чтобы лучше работал. Поэтому мы здесь погуляем. Они уже там гуляли за пределами, а здесь я вам покажу шаман, наш молодой папаня. Посмотрите, как он красиво стоит. А сзади красота. Возможно, красота будет его невестой. Посмотрим. Вот для кого мы оставляем девочек. Да, Сусенька. Да, вот он, Аюшка. Багира, Багира, Багира. А это по ноге. Я с нее кайфую. И знаете, у меня есть такое чувство. У меня было такое несколько раз. Девочку хотели купить, но так сложилось, что в итоге я ее сначала продавала, потом не продавала, потом продавала. Человек как-то так отморозился в какой-то момент. И она, я решила ее не продавать. И я счастлива. У меня такая история была с Гермионой. Если помните, Гермиона моя продавалась так достаточно долгое время. В какой-то момент я поняла, эй, ребят, кого я продаю вообще? И сейчас не представляю жизни своей без Гермионы. Да, это Айва тут грызет вкусняшку, погрызлушку, Лавушка. Да, Космос, дедуля вот этих вот красавцев лиловых. Вот так Маруся тут забралась. Потеплее будем делать ремонт в этих яслях, в этом домике, потому что у нас немножко тут стенки нужно будет подправить. Вот, в плане красить, побелить, обмазать. В общем, ну, будем показывать. Да, кушать думали. Так, там бы мясо я разморозила, но мясо будем давать на ужин. Да-да-да, вот такие, все зашли. Это красавец, как вы поняли, уже Фианит Фиолент, который ходит за мной по пятам. И ушки, говорю, у тебя уже встали, мальчик, который продается. Да, вот этот красавец. Вот это наши пудели, это наша Айва, это наш Купидон,
Говорила, будет коротенькое видео, так что просто показываю, как дети начинают гулять. Холодно. Ну, я вам хочу сказать, как обычно, понимаете, с голым торсом. Да, рахатик. Рахат такой, кабачок. Классный пацан, обалденный. Посмотрите, как на. Рахат. Ах ты ж мой красавец. И сестренка ракушечка, рококошечка. Вот эти два щенка, им по 5 месяцев в продаже. Пятимесячные щенки выглядят уже как взрослые, уже не поменяются, воспитанные, с очень хорошим характером, что очень важно. За мной бегает это Сураж. Сураж Фанагия, моя девочка. Да, видите, уже здесь гуляем. Подсохла, я их решила выпустить. Эйлен, ты хочешь туда? А здесь у нас пошло веселье. Ежик и рахатик. Течет солнышко. Сейчас оно, наверное, сюда придет еще. Или уже прошло. Наверное, уже прошло. Вот так веселятся мои собаки. Так, ну что? Показала вам, как мы весело гуляем. Да? Еще раз покажу вам шамана, нашего молодого папашу. Ждите. Познакомлю вас скоро с детками, с его. Так, ну что, пойдем, мои золотые. Это Сураж. Да, вот умничка. Это наш красавец Тарантино. Да, красотулечка. Ракушечка я называю. Рококо. Девочка, которая в продаже. Вот это бело-лиловая. Да, и вот этот вот наш шикарный красоту. Это вот у нас тут племяша мой приходил. Кипиш начался, да? Сейчас будут провода тут тянуть. Так, заходим, мои хорошие. Смотрите. На Анжелу. Заходим. Анжела, заходит ли Анжела? Ну, конечно. Они любят. Пойдем, заходим, заходим, заходим. Сейчас немножечко могут только подтормаживать новые малыши. Заходим, заходим, заходим. Сейчас мама вам даст вкусняшек. Все, всем пока и до новых видео, до новых встреч.